Итак, мы начинаем Let's Play Flight на русском языке. Как только я отрегулирую громкость. Вот, кажется, вот такая громкость мне подходит. Да, вот где-то вот такая вот. Отлично. Я достаточно долго пытался все это настроить, и надеюсь, теперь это все хотя бы не сломается, потому что у всего этого крайне странные настройки. Я уже немножечко поиграл в эту игру, как вы можете видеть в первом слоте, потому что я изо всех сил пытался настроить ее, как я уже вам сказал. На этот раз все должно быть хорошо, потому что у меня было огромное количество пробных записей. Только посмотрите на это потрясающее меню. Замечательно. Flight. В этой игре мы должны пользоваться вот этим вот бумажным самолетиком, летать на нем, облететь весь свет. А зачем? Вы узнаете из истории. Вот. Меня поражает потрясающее концептуальное искусство этой игры. Вы только посмотрите на все эти красивые звездочки мерцающие. И вот эта вот мельница, вот кажется, это вигвам или какой-то иглу, я точно не знаю. Там целый город, здесь плывет теплоход, пароход или, в общем, такой человек. Тем более, что все это нарисовано, видимо, на тетрадке вот этими карандашами. Вот. А здесь еще и линейка. Так что все очень здорово. Написано, что вторая версия. Design by кто-то там, Music Art. И, в общем, сделали якобы 4 человека. А хотя нет, даже больше. Или меньше. Если линейки повторяются. Мне плохо видно. Я хоть и увеличил это все во весь экран, но я нахожусь от экрана на огромном расстоянии. Вроде так советуют врачи. Да мне так самому нравится. Вот. Собственно говоря, давайте начнем. Здесь тоже потрясающая вариация арта. Чернильница, перо. Криво все написано. New game, choose a slot. 3 слота, замечательно. Можно играть всей семьей. Скрепочки и прочая ерунда. Давайте прямо поверх моего слота. Итак, великая и ужасная история. История Рождества или Нового года, кому больше нравится. Бедная девочка с хвостиками смотрит в окно и видит другую девочку, но только без хвостиков. Она смотрит и... Ой, нет, она видит не эту девочку, это ее мама, а вот другая девочка без хвостиков, но с бантиком, вот. И мама ей дарит подарок. Вот. Но девочке очень грустно, это бедная девочка. Ей никто, видимо, не дарит подарок, она идет босиком, пишет письмо Санте. Дорогой Санта, я хочу увидеть мою маму. То есть даже не подарок она хочет, а маму увидеть. С любовью, Сэнди, кажется, ее звали, или что-то в этом духе. Вот. Начинаем. Нужно взять самолетик и шпырнуть его. Так, ну попробуем. Еха! Опа-на! $5. $5. Это целое состояние в рублях, честное слово. Я хотел бы поиметь $5. Так. Wish upon a star. Поджелай за звездой. Или что-то в этом духе. Collecting stars will give you a cash. You can use it by to buy upgrades later. Так что, если вы подберете этих звездочек, вы в будущем сможете поиспользовать их в качестве денег и накупить на них апгрейдов в будущем. Это совершенно круто. Клик или press space? Ну, клик. Меня полностью устраивает клик. Так, немножечко денег. И нет, я свалился, боже мой. Только не это. Значит так, $35, 12 от расстояния и 12% сам не знаешь, что за фигня. Да, это distance, то есть расстояние, stars, деньги за эти самые, и бонус, эти вот 12%, я не знаю, что это такое. Короче, $53. Жмем дальше. Лондон. Мы летим по Лондону, и пока что сделали самый маленький шажок. Я думаю, возьму аэродинамику. Значит, аэродинамика. Your plane, не знаю это слово, it's very for longer. Вот, честно говоря, вот я сколько раз не переигрывал эту игру, чтобы записать на Let's Play, я, тем не менее, до сих пор не могу понять, что такое аэродинамика. Я, пожалуй, возьму ее, чтобы случайно не ошибиться и не сказать, типа, я не буду брать самое важное в этой игре. Я падаю опять. Ух ты! Я попал на... Я называю их ветродуи. Они называются Wind Miles. То есть это ветряная миля какая-то, я, честно говоря, не знаю, я думаю, что это слово означает что-то больше, чем ветряная миля, оно, наверное, что-то еще больше означает. Но суть даже не в этом.
Значит, windmills will give you paper plane a last minute... Вот это вот я, честно говоря, тоже не понимаю, но суть в том, что они немножечко ускоряют меня. Ускоряют меня, ветра дуют и должны ускорить меня, потому что бумажные самолетики любят ветер. Полюби ветер, самолет. Да не такой же степени. Ну, несколько денег взял, и тем более дистанция тоже денег прибавила. Это прекрасно. В итоге посмотрите, какие потрясающие. Да, возьмем это самое, как его. Слово забыл. Ух ты! Журавель. Красный оригами журавль. Называется журавлиный бонус. Журавель дает тебе бонус мультиплиер to all the cash. Увеличивает, умножает, приумножает все деньги, которые вы собираете на несколько секунд. Замечательно, прекрасно. О, я даже собрал еще немножечко денег, и они мне пришли в два раза больше, потому что у меня двойной журавлиный бонус, и я не могу ничего купить, потому что я собрал так мало денег. Какой ужас. Я, честно говоря, уже примерно знаю, что я хочу. Я очень хочу получить вот Reader Control. Значит, отныне вы можете управлять вашим самолетом за счет топлива. И более высокие уровни этого умения дают вам лучшее управление, понятно. Но пока что я, пожалуй, изменю немножечко. Вот, можно изменить этот самый, как его, самолетик. Это классно, это классно. Зеленый, пожалуй, не буду. Вот хочу какой-то... Вот, мне очень нравится. Вот. Не считайте меня извращенцем, но мне это очень нравится. Или наоборот, посчитайте меня извращенцем. Мне это очень нравится. Могу... так, прям так не могу собрать. Какая обида. Бум. Надо, наверное, все-таки не вверх как-то, а вперед бросать. Сколько у меня? 56 денег. Маловато. Этот лон... О, как раз то, что я хотел, я и возьму. Потрясающе. Это совершенно замечательно. Я попробую кинуть его прямо вот как-то так. Ай-яй-яй-яй-яй. Я бы его нормально кинул так, ну хорошо. Control your plane. Now that you have a rudder upgrade, you can control your plane with the arrow keys or A and D. Ну понятно, за контроль свой самолетик. Отныне, поскольку ты взял улучшение руля, ты можешь законтролить свой самолетик с помощью этих, как его, стрелочек на клавиатуре. Или же букв A и D. Ну, это, соответственно, за счет топлива. Вот, так что посматривайте на топливо. Вот оно топливо. Посматривайте на него, посматривайте и подсказывайте мне, насколько я жив или мертв. Клик. Самолет хорошенько. Ой, как хорошо самолет-то полетел. Его очень хорошо пускать, кстати, не вверх, а все-таки более-менее прямо. Ух, какой кошмар. Ай-яй-яй-яй-яй, у меня же до сих пор нету ускорения. Вот, ну $120, это огромная сумма, просто сумасшедшая. Если бы они там написали центов, я бы, ну не то чтобы больше поверил, но, по крайней мере, не так сильно возжелал бы это все. Вот, эту штуку я тоже хотел, называется Fire Engine. Hold spacebar to activate your better engine. Так что, ну вот, я сейчас запущу, и там, наверное, сразу будет это написано, да? Да. Подожди его. Зажми пробел, чтобы подделать свой самолет на огонь и нападать ему мощный пинок под зад. Это абсолютно невозможно в реальной жизни, поэтому, пожалуйста, не делайте так дома. Ну, я могу лишь к этому присоединиться. Это очень опасно поджигать бумажные самолеты, тем более, чтобы они ускорились, поэтому ни в коем случае нельзя поджигать бумажные самолеты. Полетели! Еха! Слушайте, или мне кажется, или я очень хорошо лечу! Может быть, мне даже все-таки только кажется.
Так, все, у меня кончилось горючее, но я подлетел с помощью ветродуя и с помощью звезды. Отлично, у меня должен быть хороший бонус дистанции. Да, бонус дистанции 46, а здесь зато 180, это совершенно потрясающе. Огромное-огромное количество денег. И не такой уж и маленький шажочек вперед в смысле этого, в смысле продвижения вперед. Что-то я совсем потерял свою мысль. Хочу ли я... Вот-вот, я, кстати, взял Lucky Star. Это бонус аниме, анимешный бонус. Обычные звезды имеют особую способность в 4%. То есть, видимо, это особая способность вероятностью в 4% измениться, чтобы стать золотой звездой, что-то в этом духе. Я просто не знаю половину слов, которые здесь написаны, поэтому я так говорю. Вот. И также я хочу throwing power, thunder power, или что-то в этом духе. Мощь броска называется. И инсталируйте эту мощь броска на самолет, или наоборот, броска самолета, чтобы улучшить что-то там на 10%. Да. Мой английский ужасен. Если у вас лучше, то я за вас очень рад, но мой ужасен. Так, как-то вот так. Неплохо. Сразу 9 метров в секунду. Нехило. Очень даже нехило. Говорю я сам себе. Звезда. Еще одна звезда. Замечательно. Вот что я называю Lucky Star, черт возьми. Да, это чистая правда. Красивый самолет, лети. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Еще. Вот так. Ну и все, да. На больше меня не хватит. 78 от дистанции и 195 за счет этих самых, за счет звезд. 23, за что я не понимаю, это вот... Может быть, это за счет времени и высоты бонус? Ну-ка. Велосли. Это скорость. Понятно. Да, кстати, я совершенно не обращал внимания, но... Ну-ка, вот это что такое? Это длина... насколько долго идет этот бонус по деньгам? Но он мне, я думаю, не очень нужен. То есть мне нужны деньги, но... Не до такой же степени. Ветродуи. Ваш самолет сопротивляется негативным эффектам этого самого, как его, ветра. И также берет особое ускорение от ветродуя. Я хочу взять это. Очень хочу. А это что такое? Это зеленое топливо. Оно улучшает топливо. И оно как бы меньше сжигается топливо. Оно зеленое, потому что как бы оно экономит топливо и поэтому влияет лучше на окружающую среду. Вот, поэтому это топливо придумали в Гринписе. Ой, блин, я опять неправильно шиндарахнул свой самолет прямо наверх. А надо было все-таки не прямо наверх, а криво наверх. Криво я сказал наверх. Вот так, это хорошо. А вот плохо за то, что я не взял ни одной... счастливой звезды, так лети, мой самолет. Я верю в тебя. О, блин, не в такой же степени. Мало заработал. 220 в общей сложности. Это мало. И совсем маленький шажочек. Вперед, в смысле Лондона. Ну что же, возьмем, что ли, наконец, улучшенную модель самолета. Она улучшает все в самолете. Абсолютно все. И также дает еще один... Еще один бак топлива. Вот так. Я даже немножечко изменю его. Поскольку я уже пытался все это записать, я даже знаю, что я примерно хочу видеть. Я хочу видеть вот такой вот самолет в конечном итоге. Да, он очень красив. Вперед. Он очень необычен, я бы даже сказал. Я опять совершенно криво кинул самолет. Хотя я вроде бы уже как научился его кидать, но тем не менее. Видимо, мне еще все равно еще надо еще учиться. И учиться вот так.
ветер со мной да пребудет со мной ветер. Эй, я эту штуку взять не смог. Жаль. Журавель! Ой, блин. Еще меньше. Улучшаюсь и зарабатываю все меньше и меньше и меньше денег. Это отвратительно. Это просто ужасно. Я хочу ли я облегчить, добавить аэродинамику. Вообще-то я хочу и сделать и то, и другое. Действительно хочу. Для начала облегчу его. Облегчу. Пускай он станет как перышко. Кину его правильно на этот раз. Вот так. Ну, более-менее правильно, да. Лети! Лети, я сказал! Блин, вот так. Вот так, да. Star Control, Star Trek, эй! Я не попадаю на... Опа, вот это хорошо, это замечательно. И еще. Круто! Вот мимо этого я пролетел случайно, блин. Лифтов, я получил лифтов, но толку-то никакого. Ну, 400. Ну, правда, за счет ничего, за счет огромного количества фейлов, я бы так сказал. Я почти что полетел в Лондон, еще немножечко я... Прилечу Лондон до конца. Я даже, пожалуй, не буду брать никаких апгрейдов на этот раз, потому что меня очень интересует этот апгрейд, о котором я вам пока что ничего не скажу. Не расскажу. Я сохраню эту тайну. Вперед!